Доброе утро! Сейчас мы с вами отправляемся на экскурсию в Сахару на целых 2 дня. Запасайтесь теплыми вещами и отличным настроением! После часа пути от Сусы, первая наша с вами остановка – Римский амфитеатр. Это место впечатляет. Здесь были сами гладиаторы. Вы только посмотрите, какое место зрелищ. Вторая остановка. Мы с вами приехали к берберам в их пещеры, в городочек Матмат. Мы в пустыне Сахара. Сейчас отправляемся на прогулку на верблюдах. Поедем на квадроциклах по пустыне. От солнца. Желание идем в ущелье. Брали Париж, Дакар.
Мы на декорациях «Звездных войн». Подходит к концу наша двухдневная экскурсия,